агрегатор. Только свежие новости. Всем привет! Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Мы всегда на нашем канале говорили и продолжаем говорить, что все тайное все равно станет явным когда-то. А тем более, что касается армянских отмороженных на всю голову патриотов и реваншистов. От бессилия эти нелюди творят и говорят такие вещи, которые простому человеку не понять. Это не люди. Это другая категория. Но точно не люди. Мы заложили 17 грузовиков мин в Лачине и Кельбаджаре. Полковник Карюн Гумашан. После гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре вследствие подрыва мины, установленной армянскими оккупантами, в армянском сегменте социальных сетей распространилось сенсационное заявление одного из командиров армянских оккупационных подразделений. На видео, выложенном в Твиттере, можно увидеть этого антигероя и террориста, который нагло и без зазрения совести признается в совершении военных преступлений. С бахвальством полковник Карюн Гумашан говорит: «Мой контингент и я установили 17 грузовиков мин возле Лачина и Кельбаджара. Вы не сможете ничего делать в этом районе из-за мин, верните нам наших военнопленных, и я предоставлю карту мин». Это заявление еще раз доказывает фашистскую суть армянской военной машины. Не имея никакой возможности противостоять праведному гневу азербайджанских вооруженных сил, которые своей кровью смогли освободить оккупированные земли, армянские военные не скрывают проводимую политику террора. Это уже даже не столько военные преступления, сколько чистый терроризм. Мировое сообщество наконец должно понять ситуацию и сказать свое веское слово против терроризма на азербайджанской земле. Ну а мы будем надеяться скоро увидеть этого патриота на скамье подсудимых. А на этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Этим вы очень поможете каналу развиваться.